бы видел. Есть скромные читеры, есть наглые читеры. Да, ну это скромные читеры, да? Перебывают разные. Раунд играет читами, раунд играет. Ну типа якобы не палится. Да, и не подгон. Не палится и не палится. Пускай, пускай. Сейчас я пишу. Пишу его. Походу он позвон вырубил все. Предыдущий надо было мне сохранить, там было видно, что странненько стало. Да, блин. Лучше тебя знал, есть там или нет. Да, слушай, реально. Ну я, блядь, таких, блядь, чудиков в жопу чую. Ну, он... Эй, он крупащик. Он... Бунь. Он, конечно, сейчас там себя вел, как будто не ВХ, а просто и... Без ВХ, да? Не, ну ты согласен, как впечатление, блядь, ваншотик, блядь, нереально. Ну да. Ладно. А я... У меня, слышишь, севером ситуация только что была, как у тебя вчера в рядок. С дедушки сидят, блядь, три клоуна и бред. Так, блядь, фашист. Ну вот он стал сливаться, вы заметили? Может быть, подозрение? Смотри, что туда вот только что сейчас его резнули, и он начал по мне стрелять. Уже что-то как-то не так. Он шестится. И был бы поскорее. Наоборот, чем шифроваться еще. Пытаться обмануть, обманывать дальше. Лип шифруется. Ну, чтоб типа счет у нее не был шикарный. Считай все умнее, все остальных что. Настраивает. Может быть. Вот опять двоих завалил.
долбанный ЛС. Ой, ой. Другой догнал. Сейчас по улице, походу, пройдут. А, там один есть. Ага. Только что, блядь, ну да, было 69, уже, блядь, 73 у него. Быстро, да. Ой. Куда, блядь? Чё-чё? Да, он сейчас так заранее стоит на все. Нет, конца человека не было. Не удержался. Да. Блять, они прут уже, слышь, Альфа. СД, блять, трое, по-моему. Один пошел по улице. Смотри, смотри. Смотри, смотри, сейчас по улице. Уже поднимается. Минус. Минус один снизу. Один внизу еще. Ох, это много-много. Ох ты, блядь, народ. Сколько же их тут? Троечка. Один с улицы, пацаны. Работаем на утро. Мой кристалл орудий. Да ладно. Там мне грамотно поставить эффекцию. Ого, спалился. Зашел. Че, разошелся он, да? Да у него сейчас такой, блин. Киллстрик был, так сказать. Мини. Да, блядь. А, они уже все стреляют. Так, на Д1. Походу сверху. Да. Кошечка. А вот и он. Ой, это наш друг. Капец, этот пласт стреляет. И что, пофиксить? Да. На первом месте тоже чувачок с печенегом бегает. С такой же короткой ручкой и с койотом. Ему непонятно как так, и, наверное, сам пробует. Такую же скорую. Или может его кит подобрал. Ой. Удачно высунулся. Я раньше тоже печенеги юзал короткую рукоять. Еще раз. Раз попробовал. Главу. Как бы типа не разгуливается сильно, да? Да, да, да. Одному так снимать резко. Прям в сторону не кидает практически. Да что ж мы его, блядь, не убьёте? А, вон он. Еба. Ой.
ты, вот как это, что это? Да ни хрена. Тупо не палится. Совсем близко оказывается. Ну, блядь, знаешь, он, блядь, типа, блядь, такой лошок, блядь. Ему сказали, типа, блядь, не разгуливайся, знаешь, там, типа, не пались. И он такой там потихонечку сидит и дрочит, блядь. Я говорю, да, ты как-то. Он еще и дурак. Поругал. Так. Вообще, чисто. Да, да, же такое оригинальное название. Жестокий дурак. Выложу и потом глянешь. Он просто горит припара, он бежит в огонь, пытается бежать по огню, короче, умирает. Такой мод поставил. Но ему тоже от тебя прилетело одной плюхой, слушай. Одной? Нет, убил меня другой чувак. Ты его убил только что. А, ну да, я очень не заметил. Опять ты захватывай, блядь. О, он уже 93 на 48, нихуя, он, блядь, быстрый. Быстрый чувак. Нет, там... О, видал? Вот, да, сейчас да, видел. Да. Прям вот. Вот сколько он пуль будет? 4-3. А, 4, и прям 4. Все четко в меня, да? Говорю, может из-за того, что ты там сам... Костер ебал. Либо пацан, так вот я там за что. В то время, мне рекомендуется хотя бы полтинничек ставить. Не, ну реально, сколько ставить? Ноль? Нет, когда в спектаторе сидишь. А, в спектаторе. То, чтобы, ну да, игроки не выглядели, как будто они лагают. А вот мне сколько поставить? Ноль. Не, потому что я вот, ребята заметили, что я постоянно дергаюсь, когда бегаю. Ну, главное, чтобы у тебя никто не дергался. Ты че? Нет, ну вот я бегу и раз, чуть-чуть дернулся. Как бы со стороны, все время говорю. Да это иногда от сервака зависит. Но это им надо выставить сетевое сглаживание. Обычно я когда подбирал сетевое сглаживание, как бы у меня ничего не лагало, а начинались эти вот лаги после смерти, как вот у меня этот падает, типа камера-то. И смотришь вокруг, тебя там рука дергается, там все дела. Вот это. У меня только такие были симптомы, а в игре вообще никаких проблем. Ну ёпта, уже и бэджи мы... Что это? Смотри, видел? Видел. Точечку. Ну, в точечку, не в точечку, но... Аймбот у него есть. Но... У него гастрей не аймбот, а триггербот. Да вот, да. Нет, у него аймбота, то есть его не дергает, не разворачивает, он помогает довести. Хороший, качественный, европейский чики. Это модификация. Не знаю, ВХ не видно. Пошли его мапс, вот, мапс. Мапс под.
Может, на бы пойдем? А может и есть у него. Блять. Нахер я на этот труп смотрел? Бежал, бежал, смотрю на труп. Понимаю, что это дело. Не, он что, видя нас, блядь, пытается от нас убежать, что ли? Странный какой-то он, блядь. Гори, блядь. А это откуда? А, да, 150, 100 на 53, да. Уже все понеслось у него. Ничего, ничего. Мы до конца раунда добьем. А, ты хочешь до конца его записать? Конечно. Вот сейчас я, блядь, тут в прыжке опять, блядь, дернулся. Ну как будто вот начинаешь, блядь. Хуй, мы все на ад прибежали, блядь. Блять, пиздец, блядь. Сэжму, блядь. Тихо, не материсти, я ж пошёл. Сори. А то дети посмотрятся. И обидятся. Не ходите, дети, в Африку гулять. Да, ощущение такого, как будто он видит, что я спектакль ухо выключает. Привет. Сейчас он очень долго стрелял человек. Как будто вообще выключил им. А, вот сейчас не выключил. Да долго он все стрелял. Вот он только что меня убил, а не долго стрелял. Он долго стрелял. По мне ничего не прилетало. Ну, наверное, какую-нибудь отдельную кнопочку забиндил. Захотел, нажал, забил, не нажал. Нет, вот он убил меня с двух-трех пулек именно тогда, когда он, грубо говоря, я его увидел. Что ж ты не умираешь никак, блин? Че наши все подвал сидят, дрочат? Блять. Да. Опять мат. Да улица ваншотка же грозная. Да пойдем по улице обойдем. Как вашего читака-то зовут? Таих. Таихай. Таихай. Ну да. Что у него стоит по имени? Получил триггербот. Хорошо настроен. Пару пуль мимо, пару пуль в точку. Да, нет, нет, ну реально, Север, когда нас он убивает, нам кажется, что он убивает вот с одной-двух пулек. Что? Выходит, выходит, сейчас будет сделать.
Все сказали, что он... Что он крутой. Да, он просто крут для вас. Стил. Да, тот крутой. Блин, чем мне в нас стрелять начал? Вот, Васечка. Он раш. Ой, спалился. Печи. Вчера там вот же еще не валяется. Вы че, ребята? Че там? Был кто-то? Кто? Лечить надо. Своих поднимайте. Ну, это не камни. Тики, тикетов-то, смотрите. Ну, сейчас вытянем, выиграем же. Поднимайте. Ревайв, мужик. Чужих обращать. Да, и он, похоже, у него срабатывает при прицеливании только. Когда он от бедра стреляет. Не работает, да? А, значит, все-таки на правую кнопочку мышки. Вот на правую и забидел как раз. Ну, можно, да. Блять, как умно сделано-то, а? Еще только не придумают. А у тебя что, не на правую? Не, у меня не на правую. У меня на левую, да, скажем. Когда начинаю стрелять, тогда только на ой. Да, я начинаю смотреть прицел, потом думаю, блин, включить не включить, не нажимаю, когда надо. Сережа с пулеметом, так что... Да. Сначала минимум, потом сразу цель. Я пару десятков. И никому не палюсь. Нажал. Ай, ой. А, все, конец матч. Сейчас заценим его таланты. Не сейчас, видео длинное. Разобьется там, обрабатывается. Ну что, будешь дишки посмотреть, да? Ну что, ну, давай. Вот это, ребята, дайте тишины. Вот это вы посмотрели видео. Человека, который использует триггербот, автопомощник в доводке, причем видно по всему, он пытался шифроваться, отключал свой ВХ, то местами палился, когда сверху было на цель, видел заранее, не по карте человека. В общем, умный дурак, можно сказать так, причем жестокий дурак вы увидите, когда он вбегал в огонь. Знаешь, что хорошо, что просмотрели, всем пока. 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 Ну давай.